Создание хорошего настроения путем благоустройства дворов. Именно на это нацелен федеральный проект формирования современной городской среды, который стартовал в регионе. Первыми серьезное преображение за счет софинансирования из государственной казны претерпевают дворы областного центра. За их качественным ремонтом активно следят органы власти. В рамках проекта, инициированного губернатором, формирование комфортной городской среды пятилетка благоустройства. Выделены очень серьезные средства на проведение работ, асфальтирование внутридворовых проездов, замену бордкамня, асфальтирование тротуаров, установка детских игровых площадок, спортивных площадок. В результате конкурсного отбора к осени свой облик должны обновить 42 ульяновских двора. Сейчас работа кипит в 11 из них. Непосредственное участие в капитальном ремонте принимают жители, представители ТОСов и ТСЖ. Жильцы дома номер 2 на проезде Сиреневой одними из первых подали заявку на участие в программе. По этому адресу благоустроительные работы должны завершить к юбилею. 16 августа дому исполнится 50 лет. Просили от нас, мы все ограждения срезали, все подготовили для работы, бордюрные камни привезли. Ну, я посмотрела, вот на том доме бригада такая хорошая, работает ответственно. А там будут делать? Потом переходят. Потом к нам перейдут сюда. Но как вот совещание было в среду у Панчина, просили, чтобы мы едино работали, я только за, потому что это делается для людей. И мы провели перед этим собрание, правление, ответственных назначить, чтобы все вопросы обоюдно решалось. Во дворе дома номер 10 по улице Гоголя долгое время больным местом была парковка, а точнее ее отсутствие. Теперь за счет расширения дороги автовладельцы смогут избавиться от назойливой проблемы. Конечно же, будет, во-первых, и для людей хорошо, потому что пройти было невозможно по тротуару, машина битком была забита. Вот. И для детей. То есть они знали, что уже мы идем по тротуару, и на проезжую часть выходить нежелательно, я так думаю. Поэтому, мне кажется, все жители за это, чтобы расширили дорогу. Также здесь полностью заменят бордюры, заасфальтируют дворовую территорию и пешеходные дорожки, а у каждого подъезда установят новые лавочки и урны. Изменения коснутся и уличного освещения. Однако без шероховатости не обошлось. Замечание получила подрядная организация. Безусловно, нужно выполнять требования по благоустройству и утилизации вывоза, соответственно, уже демонтированных объектов сооружений. Вот, поэтому претензии будут предъявлены однозначно. Вот, и просьба сроки скорректировать. Серьезного внимания заслуживает и благоустройство дворов в новостройках. В свой адрес критику услышали подрядчики, что строят жилой дом на улице Ульяны Громовой, 5А. Адрес не включен в список участников программы, однако жители окрестностей неоднократно жаловались на груды строительного мусора. И если этот самый мусор уже вывезли, то проблем с правилами благоустройства не уменьшилось. Застройщику передайте, что дом новый, я так понимаю, дом все равно будет молодой. Вот. То благоустройство с части как раз детских площадок это крайне недостаточно. Вот, поэтому просьба добавить нормальные детские площадки, спортивные площадки, чтобы это здесь было, была это возможно. Вот, ну и даже вот тот вот забор, который сейчас закрывает ГСК, но он должен быть, соответственно, либо информационными какими-то баннерами. Ограду обещали украсить граффити, а с остальными недочетами разобраться до момента сдачи дома в эксплуатацию в сентябре этого года. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульянской правды.